Приветствую, друзья. Приветствую из солнечного Стамбула. Отличная, прекрасная погода. 8 апреля 2022 года. Сегодня говорим о том, как действовать в ситуации, когда у вас двойное гражданство, соответственно, два паспорта. И скажем вам, надо лететь в США. Вот в моем случае, в нашем случае, это США, Нью-Йорк. Был случай, конец октября 2021 года. Вылет Москва, Нью-Йорк, Аэрофлот. Итак, как поступаем? При покупке билета в США мы покупаем билет на тот паспорт, в котором есть виза. В нашем случае это азербайджанский паспорт. Мы купили билет на азербайджанский паспорт. На стойке регистрации также показываем, имеется в виду на стойке регистрации Аэрофлота, также показываем азербайджанский паспорт. Они проверяют визу американскую, данные с билетом, и пропускают дальше. При пересечении границы России на таможне мы показываем уже российский паспорт. То есть мы даже... То есть их не волнует, там есть виза, нету визы, они смотрят. Допустим, если ты гражданин России, то, соответственно, ты показываешь российский паспорт. И при въезде в США мы в Нью-Йорке на таможне снова показываем азербайджанский паспорт. Хотя мы выезжали из России каким? Российским паспортом. Но при прилете в США мы опять показываем азербайджанский паспорт, потому что там виза. Офицер проверяет это, ставит печать и пропускает дальше. Значит, при вылете из США, из Нью-Йорка, мы покупаем билет на сторону Москвы по российскому паспорту. И на стойке регистрации Аэрофлота в Нью-Йорке мы показываем российский паспорт, загран. Они проверяют твои данные с билетом, ты идешь дальше. И при пересечении границы США на таможне, при вылете, мы, кстати, автоматически показали снова российский паспорт, хотя по логике должны были азербайджанский, так как выезжали этим паспортом. Но я вернулся, офицеру говорю, что мы ошиблись, случайно показали российский, отсканировали. Ты там даже офицер не трогает, ты ставишь паспорт и сканируешь в Нью-Йорке. Офицер сказал, что нет, без разницы, там можете любой паспорт показать, так что все ок. Вот, и, соответственно, при приземлении в России также на границе показываем российский паспорт. Пока.